Я вижу жопу Санька. Эй, не пались, не пались, твою жопу подстрелит нам. Все, стреляю, да? Да, давай, давай. Хорошо, держи. Давай. Вот это жесть! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, подлючка, заварной кофе, стаканчик, гусанёк, геймер, Маквейт, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Салам алейкум, братья. Здорово. Всем привет, с вами Маквейт. У нас сегодня очень классная рубрика, которая всем нравится на моем канале, выживание на деревянной постройке. И я буду сегодня постройки ломать на очень тяжелой технике, взрывами с пушек. Если вы кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ну что, пацаны, я взял мощнецкий танк, который будет всех скидывать. Начнем стрелять снизу. Давайте сначала проверим, как пулемет работает. Так, пулемет хорошо разрушает, все четко. А теперь давайте жахнем. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Если хотите с нами пообщаться и хорошо провести время, заходите в наш дискорд. Ссылочка в описании. Че там, пацаны, все живые? Конечно. Так, давайте теперь жахнем. Давайте напротив вот там вот стрельнем. Мне кажется, будет прикольно. Вот это же! Че, все попадали? Ты еще на башне? Так что, ты один остался? Все, гусанек, ты победитель. Все, я держусь руками. Да ты что? А нет, а кто последнего? Я увидел, последний упал у нас. Кирилл Геймер. Кирилл Геймер, ты... Да ну ладно, с одного выстрела. Ты что, бешеный? Гусанек, да он, наверное, сам не ожидал, что такой выстрел будет. Ой-ой-ой, что такое? Что за бомба? Это очень мощная пушка. Очень мощная. Готовьтесь. Сразу, я посередине сразу буду постройки держаться. Ну нафиг. Эй! Чего? Да ну что за фигня у нас сегодня? И кто последний упал? Я. Мне кажется... Кто? Я. Гусанёк? Да, смотри. Вот. Я здесь на балках сижу. Да что за везение? Ну, это мы специально, да, подаемся ему? Да, да, да. Что? Давай, гусанёк, мы готовы. Ого, он танк взял. Я слышу звук гусениц. Я к тебе, короче. Тихо, сразу. Тихо. Ой-ой-ой, как она зашаталась. А, не, я перебегаю на другую половину. Давай, попал. Давай, гусанёк убил стаканчика, красавчик. Все, я сюда. Я вижу, куда он стреляет. Видите, пули летят? Я не вижу, я... Стекло какое-то... Говно. Стекло говно? Да, оно какое-то замурзанное. Ребята, отличная настрельница. Надеюсь, вы смотрите наш ролик и немножечко улыбаетесь, как мы. Давай, стреляй! Ты мимо стреляешь! Я думаю, все улыбаются. Тихо-тихо, я буду все-таки тут в углу держаться. Мимо, у тебя руки из одного места раз. Или дуло кривое. Ой. Что? Упал? Да не, он не может попасть. Кривожопая дуло. Ой-ой-ой, забирай свои слова назад. Не кривожопая, все нормально. Тихо-тихо. Я что, живой? Я живой тоже, я живой. Вот это танцующее здание. Все, ребят, я, наверное, затащил. Да, уверен? Я тоже тут как бы стою еще. А, я вижу, ты там в самой нижней комнатке, да, находишься? Я на стеклышке, да. Вот я возле тебя. О, хорошо. Ой, у меня горит здесь. Немножечко подзагорелось. Нет, ой, не надо меня. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, отлично, нет? отлично. Ты жив? Все, я выжил, да, пацаны? Ну, я не знаю, я еще живой. А, еще один, я вижу. Этот... Кручусь, все, я выжил! Огненные снаряды. Давайте по низу стрельнем. Только мне сраку не подожди. Смотрите, как все загорелось. И дыма куча прям идет. Очень много дыма. Че, пацаны, горит постройка? Да не. Давайте немножко понаблюдаем, как она будет. Ой, там челик загорелся сразу. Загорелся. Так, давайте Б нажмем. Во, прицель. А хотя и так хорошо видно. Так, посмотрите, один выстрел, и здание саморушится. Отлично, отлично, щелкают балки. Семечки щелкают. Че, все живые еще? Да. Ну давайте еще подождем, может еще какие-то балки подгорят. Так, гусанек упал.
Еще там кто-то упал. Ай, ай, ладно. Так, давайте посмотрим, что вообще там творится. Короче, что, все попадали или еще есть живые? Стаканчик. Стаканчик. Он один остался? Да. Ребята, ну с одного выстрела, представляете, насколько это круто все? Ой. Опа, пошел процесс. Отходим, ну, отходим. Я похилюсь лучше, можно, да? Да, давай, давай. А че он так поджигает? Че за фигня? Одним выстрелом? То что у нас сегодня за рубрика такая, когда одним выстрелом все здание ломается? А не, мы живые, мы живые. Гусанек, мы с тобой тащим, красавчики, да? Ай. Ой, мало нет, того, нет, того, нет! Того, есть, взрывает, есть, 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 есть! И чё, я упал? Я последний упал? Я последний упал. А, ну ладно. Тучкой. Я подался. Ого, он пушки опять берет какие-то дебелые. Я эту пушку знаю. Надо сразу в эту часть идти. Нет, лучше вот так стоять. Если он разрушит заднюю часть, я смогу упереться. Ого! Вот это оно задрожало все. Я слышу, как он меняет снаряды. Хочет какой-то снаряд мощный взять. Ну, Соня, какой ты там снаряд берешь? Смоук. А смог ломает вообще? Нет, сейчас все к дыму нет, просто будет. Ну я насколько знаю, если в машину стреляют смока, машина пробивается и загорается. Он нет, кстати. А, ломает, да. Ломает. Я вижу, видите, кубики поулетали? А, да? Да. Ой. Во, я слышу, как полопались доски. А это уже была горящая. Ой. Есть, есть, короче, есть, есть, есть. Ай, нет. Я вижу, кто последний. Маквейт, ты последний? Да. Да, почему? Так, смотрим, что Маквейт берет. Я вижу. Очень мощную пушку. Но это здание намного более такое хрупче, потому что постройка такая, из тоненьких балок сделана. Я вижу. Отлично, отлично. Я выбрал хорошую тактику. Ого, мы очень на мушку не упали. Пойдет, пойдет, пойдет. В серии. И не сможешь участвовать. Не, я сегодня. Я всегда сегодня не участвую, типа, в разрушении, но я местный медик. Ого, это было четко попадание в меня. И че, кто выжил? Стаканчик последний упал. Стаканчик, ну ты молодчик, конечно, читы вел. Пропом убило. Ага. А у меня прям снарядом в голову попало. Метка попадания. А, ну давай. Уху-ху-ху-ху, с одного выстрела сложил. Я вижу, еще у нас живой подлючка. И че, он и выиграл сразу. А, ну все, да? С одного выстрела? Да ладно, да как так-то? А это такого быть не может. Один выстрел, представляете, и вся постройка разрушается. Давай, подлючка, покажи вещи. Ну, сейчас. Так, смотрим, что он ставит. О, я тут знаю, это противовоздушная пушка, по самолетам стрелять. Зениточка? Да, 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 кстати, давайте все-таки мы вот так вот встанем. Я надеюсь, что я еще раз выживу, я так хочу пушечкой пострелять, мне это нравится. Ух ты! Прям ничего себе, ничего себе. Сидим на картофанах. Вон, смотри, они все с одной стороны, стреляй туда. Молодец, правильно, правильно. Я выжил. Я выжил. Ура. Молодец, Дима. Я рады, что я выжил. Но я так хотел еще раз поуничтожать вас. Не, ну ты, Дим, конечно, прям молочек. Ну, это везение. Я просто ему подсказал, что куда стрелять, потому что я хотел выжить. Я и сам это знал. Что ты? Смотрите, ребята, с чего я сейчас буду стрелять. С миномета. Миномет? Миномет, да. А я не знал, он сильно меткий или нет, пацаны? Ну, не прям, но попадает. Ты только в голову не стреляй. Поехали. Хорошо. Один выстрел. Ой, а, красиво! Я думаю, что за... Отлично, миномет. Смотрите, как сложилось здание с этого выстрела. И чё, кто последний? Я еще с подлючкой живы. А, хорошо, ждите, снаряд летит, слышите? Ой, красавелла! Еще один. Живые? Да. Да, вроде бы. Хорош. А что, я его заново построил? Только ниже сделал. Живые, живые, живые. Занесло немножечко здание. Ой-ой-ой. Ладно. Вы, Санек, вдвоем, да, вы живые? Я вижу, я вижу. Ой, кривит. Это было близко, пацаны? Сейчас будет четко попадание, смотрите. Да, что оно такое, да. Косое.
Еще один летит. Ой, красиво. Крыша спасла. Ой, Санек, на тебя летит, смотри. Сейчас я вымираю. Да, за... прям в меня. Подлючка, красавелла. Но это везение, потому нет, что на самом деле она вообще криво стреляет. Очень криво. Я вижу жопу Санька. Эй, не пались, не пались, он жопу подстрелит нам. Все, стреляю, да? Да, давай, давай. Хорошо, держите. Давай. Вот это жесть! И что, все умерли? Нет, мы еще двое тут. А, еще двое живы. Блин, я думал, ничья будет. Я спрячусь. Так, давайте посмотрим. Ну, нереально мощные пушки мы сегодня используем. Надеюсь, ребята, вам понравится. Ой-ой-ой. Или нет? За столбами стрипашкерили, СиДжей у вас тут прячется. И камера головой. Ай! Ого, я отлетел от взрыва. Кстати, жизни не потратились, это очень странно. Кто там? Я стаканчик выжил. Стаканчик, да? Ну ты молодец. Хорош. Хорош, хорош. При моем обстреле. Я сегодня на роли медика буду. Вот эта пушечка! Она нереально большая. Это противотанковая. Не, даже не противотанк, противокорабельная пушка. Она мочит, очень мощно. Мне кажется, если он сейчас по нам попадет, мы все сольемся. Ну давайте проверим. А ты помнишь, как в первом раунде? Да ты чё? Да это ненормально, я считаю. А чё, не так что-то? Чё, ничья, пацаны? Ничья, всё. А кто выиграл вообще? Никто. А, ну давайте ещё. Хорошо, давайте ещё раз. Так, пока мы всё на месте. Ой. Ой-ой-ой. Кстати, я эту пушку хотел взять. Я не взял. Бывает, бывает. Думал, хорошо строчек. Тихонько-тихонько, пацаны. Тихонько. А что там внизу все ломается, а постройка нет? А пофиг, я выжил. А мы живем еще. Все живые, пацаны, практически. Ай, во мне что стрелять-то? Ой, тут стул упал на голову почти. Ого, она прикольно держится, смотрите. Ничего себе. Под кубик лимитирует. Я сейчас применю свою читерскую тактику стекло. Давай. Давай, как всегда. Офигеть, оно здесь как-то так держится. Тут вообще до кубика лимитирует. На по башке! А что оно танцующее здание? Кстати, подлючка и гусынек еще живые. Мы еще живы. Давайте, решающий, кто из них будет победителем в этом ролике. Гусынек, в принципе, много раз выживал. Давай, 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 гусынек, я в тебя верю. О, стеклечко мое любимое. Вот и оно. Что там, перегрелся? Я это... А, он целится, я вижу. Целюсь. Давай, 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 покажи вещи. О, вот это, смотрите, как гильзы летят. Живые все. Так, их еще, они еще живые. Да? Они хорошо играют. Ты смотри, где он стоит, прям сзади меня. Ну да, 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 да. А, стекло ж не ломается. Ну. Есть, есть! Гусынек, ты победитель! Все, Гусынек в этом ролике победил, потому что он больше всех был выжившим. Мой победный хвостик. Так, и в конце мы, как всегда, сделаем мега взрыв этой постройки. Ребята, все будет красота. То, что вы больше всего любите. Но бомбу поставлю слабую. Чтоб оно красиво разлетелось. Давайте вот поставим SC-250. А ну. Они не прям мощные, но взорваться. Ну, красиво разлетится. Давай, стреляй. Кто не боится? Бу-у-у. А где осколки? Оно просто исчезло? Растворилось. Просто можно будку сделать с этих досок. И все, больше ничего. Не, давайте все-таки нормально взорвем. Другую бомбу поставлю. Давай. Хочу эпический взрыв. Так, хорошо, мы не будем с Гринвича брать, возьмем HB-бомбс, потому что как раз они сделают так, чтобы все разлеталось. Во! Я сейчас буду это фоткать, давай. Давай, бей. Бей монтировкой. Ой-ой-ой! А слабая, да, бомба? О, смотрите, доски летят. О, тут кубики, я их забираю себе. Вот это был классный взрыв. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. И еще одна в воздухе бомба. Вот она активировалась.
компьютера, помогите!